Daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Good morning. Look you, our fringed beauties, picked up from our own field yesterday. The newest promising varieties. Pink Magic, of course, you know already, in promotion and doing very well. White Magic. This is Red Magic. And we have a Yellow Magic. But the last two we did not have commercially available yet. There's also Love Magic, that's a little bit more light red, double fringed. Доброе утро всем, мы рады вас приветствовать. Добро пожаловать в Ян Дэвид. Мы начали наш сегодняшний эфир с уникальной серии Magic. Это эксклюзивные сорта, которые выращены нашей компанией и появились благодаря нашей селекции. Здесь мы можем увидеть сорта Pink Magic, который вы очень знаете, мы его показывали более ранее. Эти тюльпаны мы верхушки собрали на наших полях, когда вчера проводили селекцию. Мы не выламывали полностью растение, чтобы сохранить растение, чтобы была луковица. Здесь у нас сорт White Magic, эксклюзивный сорт нашей компании. Это два в одном. Это сорт, который и пиновидный, и бахромчатый. У него иногда бывает такая зеленая полосочка. Эти сорта уже мы поставляем нашим клиентам. Здесь у нас, посмотрите, какой пион, да? Это сорт Love Magic. Мы только начинаем его поставлять. У него большая высота, 50 сантиметров. Эти сорта подходят для выгонки на 8 марта. Это сорт номер. Он еще появится в будущем. Но какой от них аромат? Yes, very nice аромат. Nice smell. Good morning, Vietnam. Huang, Fing Do. Konnichiwa, ohayo gozaimasu, Nihon desu. Welcome to join us again. So we will show you the newest variety we collected from our farmers again, from our own fields. And then later we go to our test field. It is still cold weather in Holland. Around 15 degrees. It's a little bit more back to normal, but in the nighttime it's still rather cold. The flowering is late. The flowering fields are very long and long flowering time, so a long selection time, and we can enjoy the flowers also a long time. Вчера мы посетили наши поля, проверили, как растут тюльпаны. Сейчас большинство наших коллег работает на полях, проводит селекцию. В скором времени мы опубликуем больше фотографий с наших полей. Я вижу то, что люди начинают присоединяться. Виталий Гусаров, вам всем привет с Киева. Всем привет с Украины. Рады приветствовать. Делитесь этим эфиром, задавайте ваши вопросы. Сегодня в нашей программе мы покажем несколько сортов тюльпанов, которые мы собрали на наших полях. Расскажем, покажем. И потом мы перейдем в наш тестовый сад, где мы вам покажем больше сортов на нашей тестовой площадке. Будет интересно. Yeah, and the flowering is about 10 days later or maybe even 2 weeks later. And we see that the cold weather, that another effect of the cold weather is that the cut flower price is still very good. And now the peonies starts flowering in the greenhouses and the plastic greenhouses, and the flower price really sky high. So that gives a lot of new energy to our market. Еще несколько слов про погодные условия в Голландии. На данный момент у нас 15 градусов, это немного прохладно. И некоторые тюльпаны, они задерживаются в цветении на 10 дней. Несмотря на это, цены на срезанные тюльпаны в Голландии сейчас на срез на аукционах держатся достаточно высокими. Мы начнем нашу презентацию серии Club. Yeah, and the Club series, you can see that's a whole family on one stem. This is 5 flowers on one stem. Or here it's even and that we have in different colors. The Sunshine Club, the Fleming Club. You see, one tulip is one bouquet. Эта серия сортов, у меня в руках сейчас сорт Fleming Club. Вы можете увидеть то, что на одном тюльпане целый букет, да? Эти сорта подходят только для озеленения, для парка. Но эти сорта не подходят для выгонки. Yeah. Yeah.
Это уникальные сорта, у которых вы, они многоцветковые, у них хорошая высота, вы можете увидеть, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, в среднем 8 бутонов. И также у сорта Flaming Club вы видите то, что это необычная комбинация цветов. Yeah, and the color starts almost white and then it becomes more darker. Next to it is Candy Club, that was the first club variety. That's the original one from which all these varieties are selected. And I just explained about the cut flower market, but also the demand for the tulips for the dry sale has been very big and is still very big. And we always have some customers who order very late. And also recently we get some very nice inquiries, but usually it's no problem to offer them, but now it's really hard to make some offers. Я представляю вам сорт Candy Club. Это сорт, который появился первый из этой серии. И мы можем с уверенностью назвать этот сорт хамелеоном, да? Потому yeah, что, it's a chameleon, like a chameleon. Если мы посмотрим, я возьму два тюльпана этого сорта, он начинает быть белым, кремовым, и потом набирает больше свою розовинку. Yeah. Еще so the multi-flowering type, we call it. Еще несколько слов о... как выглядит ситуация с заказами, с заявками. На данный момент мы... So it's very nice for the dacha in Russia. На данный момент мы получаем очень много запросов и заказов, продолжаем получать нашу электронную почту, но, к сожалению, выбор сортов и их наличие ограничено. Это связано с тем, что голландские фермера, производители, они еще ждут урожай, и они не спешат делать предложения. And the club series that are really mutation varieties. So they all have the same, exactly the same characteristics, only the color of the flower is different. Серия сортов Club, это сорта мутанты, то есть у них все те же самые характеристики, сроки цветения, только разная расцветка. Мы переходим к сорту Dream Club. So thank you very much for our grower to collect these flowers and our partner to bring them to us. Yeah, here are almost 10 flowers, I think, on one stem. So that's unbelievable. But of course, there you need the bigger sized bulbs. The 12 plus bulbs is most suitable for them. We have first questions, Ian. Yeah. Yeah, I see a question from Vietnam. How many different varieties should we plant in Vietnam? That's the limited range of varieties because Vietnam is a very warm country. Basically, the tulips in Vietnam, they are grown mostly for the Tet Festival. It's important that you have the rooting in the cooler situation at 9 degrees. So best is in a rooting room. And then there are about 10 or 15 varieties suitable for Vietnam, for which we offer them for many years already and supply them for many years. Next question is... Breast is... This is a double fringed variety with a very good for cut flower forcing. Okay, Katja, a question. Okay. Next question is about club series from our viewers. The club series is available for next year? Yeah, every year we sell a certain quantity of club series. Серия Club, она будет доступна для заказа в следующем году, и в этом году также мы будем поставлять эту серию нашим клиентам. Yeah. Она есть в нашем ассортименте. Вопрос от Людмилы. Людмила, веточные тюльпан не перерождаются. Нет, они не перерождаются. Это характеристика сорта, и если есть сорт, у него есть определенные характеристики, то есть он не будет перерождаться, он будет таким же. Следующий вопрос от Тани Пославской. Как можно заказать? Мы являемся оптовой компанией. Мы работаем с профессиональными цветоводами и импортерами. Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, отправьте нам письмо только на электронную почту info@jandevitenzonen. Она указана в шапке профиля нашей страницы. В вашем письме укажите ваше имя, фамилию, отчество, количество луковиц, которые интересуют, и мы обязательно свяжемся с вами. Here we have Orange Juice, that's a very good forcing variety. Then we have Graceland, that is a new variety, that's very good for the
for the gardening, but we are not sure if it's suitable for the forcing. It's a late variety. Хотелось бы вернуться к серии Graceland. Мы опубликовали фотографии с этого сорта с нашего тестового сада. Многие спрашивают, этот сорт немножко похож на Beauty Trend, потому что у него есть такая окантовочка, да? И этот сорт, он не подходит для выгонки. Рядом с ним стоит сорт Orange Juice, который прекрасно подойдет для выгонки. Да, это выгоночный сорт. Graceland красивый, но не подходит. Также Ян вам показал про новый сорт в нашем ассортименте, сорт Брест. Вот он у нас в руках. Он пеновидный, с бахромой и отлично подойдет для выгонки на 8 марта. Yeah, and Brest is commercially available, same like the Club Series, but for crop 2021, yeah, we are almost sold out. The availability is very limited now. Eh? Этот сорт уже продан, да, его свободных луковиц нету в наличии. Но в следующем году мы будем рады вашим заявкам и заказам по этому сорту. Here we see vanilla, so we a vanilla coupe that. Yeah, that has nothing to do with the ice cream series, but it is the flower is a little bit similar, the shape. And this is a different type, but this basically is not a forcing variety. That are all, but this is a more taller plant, I think. Здесь у нас сорта Vanilla Cup. Это, sorry, она не связана с серией тюльпан мороженое, с ice cream и так далее, да? Эти сорта также только для озеленения. Для выгонки они не подходят. Посмотрите, какие большие бутоны. Tanya writes, Brest is super. That's true. That's a very nice variety. Ballade Lady, that's the sport of Ballade. Ballade is a very old lily flowering variety, purple with a white edge. We were already growing in our fields when we were young. Harry, when we were cutting the flowers in the field. And that this is a sport of it. And the other one, Chetam, is also a sport of it. These are no forcing varieties. They are only for the gardening. Здесь мы вам представляем сорта Ballade Lady и сорт Chetam. Chetam – это сорт, также, который получен в результате найден был в сорте Ballade Lady. Я вижу то, что Брянск присоединился нами, говорит то, что Брест – классный сорт. Yeah. Спасибо вам за ваш комментарий. Yeah, И теперь медленно мы переходим к следующим сортам, новинкам. Вы все увидели фотографию сорта Ice Cream в наших социальных сетях. Мы вам показали сорт Ice Cream и Ice Cream Banana, да? Но сегодня у нас на нашем шоу представлен еще один сорт. И это сорт Ice Cream Strawberry. Yeah, we have a new taste today. Сегодня у нас the strawberry taste. Новый вкус. Здесь вы можете сравнить эти три сорта рядом. Ice cream banana и ice cream strawberry. Классное, да? Yeah, it's very beautiful. That is also a cherry. So they are mutations. Here you see the new variety. Merci. A little bit a creamy color variety, changeable variety. Кремовый сорт Merci. Next to it we see Banja Luka. Yeah, that's also popular in Vietnam, but it is not a good forcing variety. Basically, we only promote for the gardening because it is easy to have the blind plants. Сорт Banja Luka. Мы знаем то, что многие пытаются его выращивать, да? Необычный цвет, необычная цветовая гамма, необычные желтые полоски. Но наша компания не рекомендует этот сорт для выгонки, да? Тем более на 14 февраля, кто пробует на 8 марта. Есть большой риск получить слепые бутоны. Мы рекомендуем этот сорт. Если вы не умеете выращивать, у вас не было опыта с Banja Lukой, не начинайте, да? Потому что это сорт, который, ну, может быть большой отход, если будут ошибки в технологии. Рядом с ним находится сорт Диско. Это достаточно новый сорт в нашем ассортименте. Сорт классный. Сорт подходит для 14 февраля. А для 8 марта это красный сорт. Видите то, что низ у него желтый. Yeah. Красный идет и желтая верхушка. У сорта хороший выход. Yeah. Супер. And it is still available, Disco. It's a very good red-yellow variety, a new variety.
also suitable for February flowering, a little bit earlier. So that's. И хотим еще сказать то, что этот сорт диско, он еще есть в наличии. Кто хочет попробовать диско, это еще возможно. Yeah. Рядом с ним находится сорт Beauty Trend. Этот сорт очень любят в Украине. Yeah. That's a very nice variety for late forcing. Here we have Pamplona. A very nice double peony variety, but also very late. It's just in time for March 8, but... Здесь у нас пеновидный сорт Памплона. Также его поставляем в этом году. Это поздний сорт. Yeah. Он как раз успевает на 8 марта. So today we focus on the tulips. We also have still the amaryllis here, and the finishing part of the narcissus and muscari. But today it's tulip time mostly. Я вижу комментарий от Александра Ветрова. Диско огонь. Да, это правда. Выращивали вы ли этот сорт? Here we have Ranomi, a double fringed variety. This is suitable for forcing for the cut flower. It's a very nice double variety. Yeah, unfortunately, we cannot offer for this year anymore. But it's becoming commercially available a little bit. Это сорт Ранноми. Он пеновидный с бахромой. В этом году мы его не смогли предложить нашим клиентам, но в будущем он появится. Рядом с нежным Раоми находится сорт Техас Флейм. Это попугайный тюльпан. Необычная комбинация цветов. Желтый, зеленый и красный. Yeah. But that is really a gardening variety, Texas Flame. It's already an old variety. Этот сорт подходит только для озеленения. Для выгонки не пробуйте его. Рядом с ним находится сорт Spitzbergen. Этот сорт мы также рекомендуем, скорее всего, только для озеленения. Yep. Хотя некоторые пытались его и выгонять. Необычная форма бутона. Цвет красивый, темно-фиолетовый. Да? У него длинный лист очень. И необычная форма бутона. Yeah, a very nice sharp edge, clear white with purple. And now the color is more intense because they are from outside. That's different from the inside forcing. But it's more a gardening tulip, not so much. Yeah. This is a new crossing from our own company, Yellow Flight and Ballerina. It's a nice lily flowering type. Ballerina has a very good fragrance. This one, it's not yet рядом с ним находится новый сорт, да, но он еще нет его наличия. У него очень необычная форма. Это скрещивание нашей компании, да, Нико? У него очень необычный оранжевый цвет и красивая форма бутона. И рядом с ним находится сорт Beauty Flight. Это сорт-мутант от Yellow Flight. Этот сорт подходит для выгонки, но только для поздней выгонки, например, в апреле. Yeah. There we have Finchel. We showed you many times from the field this time. Pink Magic. We are busy doing the virus selection now. Next week we have selected the sport of Pink Magic. It's a little bit orange apricot one. It's very beautiful. И хотелось бы, конечно, еще показать вам эксклюзив от нашей компании. Здесь находится сорт Финшоль. Эти тюльпаны мы собрали, верхушки тюльпанов, на наших полях вчера. Это эксклюзивный желтый сорт, бахромчатый. Здесь наша гордость, сорт Pink Magic, который есть в наличии, который отлично подходит для выгонки на 8 марта. У него хорошая высота. А рядом с ним находится сорт Orange Pink Magic. Что это значит? Это значит то, что этот сорт во время селекции мы нашли в сорте Pink Magic. И если мы возьмем бутон, приложим, да, это то же самое, все те же самые характеристики, только они отличаются цветом. Мы активно ищем новые сорта, чтобы удивлять вас новыми сортами, чтобы выходить на рынок и удивлять вас новинками. Мы хотим задавать тренд на рынке сортов. Yeah, trend, but still it's a limited part of the total market, of course.
И здесь находятся сорта номера, над которыми мы работаем. Небольшой анонс, да? Посмотрите, да? Какой набитый бутон. Такое впечатление создается, что это роза. It's a dark pink, very nice pink, dark pink fringed double variety. More darker. The spring green series, here we have yellow spring green. The good old varieties, our exclusive ones. And these are selections because one of the problems nowadays is the virus situation. And these are new selections without the virus. So we hope in the future we have them Q-free for Japan again. This is red spring green, the red mutation of spring green. Here we have sweet spring green. This is most close to the original spring green. And next to it we have striped spring green. That is like before the Fleming spring green, with a very sharp edge of the white combination white red. And then finally we have the double spring green. It's a double Viridiflora. Мы рады представить вам сорию Spring Green, которую очень любят и ценят в таких странах, например, как Япония. Yeah, the Spring Green series is no cut flower forcing varieties, not for March 8. Only in Japan they use a little bit for forcing, but mostly for the later flowering. Эти сорта не подходят для выгонки. Иногда в Японии пытаются их выгонять, но мы не рекомендуем их для 8 марта и для выгонки. And we have one question. Jan, can you advise early double tulip varieties that can bloom in the garden together with Narcissus? Oh, early double? Yeah, that is maybe the... like Monte Carlo or like Flashpoint, like the Monte Carlo series, ABBA. Here we just showed you some Muscaris. We show you still some remaining Narcissus. К нам поступил вопрос, посоветуйте ранние сорта, которые могут цвести с нарциссами. Конечно, нарциссы, они зацветают намного раньше, но вы можете попробовать и использовать серию сортов, например, мутантов от Монте-Карло, попробовать Flashpoint сорт. Yeah, that is the best double early series. Пеновидные ранние сорта. Yuri, welcome. Alexander. Yelly Lopez from Philippines. Yelly, please inform us a little bit about your Amaryllis adventure. Maybe we can have some small business again this year. Here we see the Amaryllis, Sunshine Nymph. Still in full bloom, Rosalie, very nice soft pink color. And the new pots are also coming. A diamond series Charisma. The Baltica still flowering. Tulpan Belarus, Russia online, приветствуем вас. Yeah, welcome. Tomorrow in Holland we are lucky again, then we have again a national holiday. Here we have two white pink varieties, which are a little bit from the same breeder, Saparone and Manila. For you, Jelly, from the Philippines, this is the tulip variety Manila. It looks a little bit tropical. It is white with pink and with a special shape, almost a little bit like the petal type. And that are new introductions. Here we have the Upstar series.
Granny Award, the most yellow, orange one, the cream upstart, the creamy one. And next to it, we have Happy Upstart with the variegata leaves. And they have also the good smell. Here we have Curry, a red variety, yeah, that's a good forcing variety. Yellow Crown with a special shape of flowers. A sport of Purissima or Forstriana type. Мы медленно переходим к сорту Big Smile. Jan, Big Smile is suitable for forcing? No, that is not suitable for forcing. It's a single late variety. And also in the warmer climate, it's a little bit difficult with rooting. Это простой ранний тюльпан, и этот тюльпан не подходит для выгонки, только для зеленения. И рядом с ним новинка, которую мы не показывали более ранее. Это сорт Титан. У него огромный бутон, вы можете это увидеть, да? И необычный, оригинальный оранжевый цвет. Yeah. Это сорт, которым занимается Тюлико. Мы также входим в эту группу. Yeah. Что значит Тюлико? Это группа селекционеров, которые занимаются выведением новых сортов для yeah. экспорта. Yeah, it's from the same breeder like the Tulico tulips, the, from Schnook. Все сорта, например, такие как Барракуда, Мореро, Титан, это все от Тюлико. Поэтому возьмите этот сорт на заметку. Это действительно будет Титан вашей теплицы. Here we have Black Parrot, Palmyra, the Black varieties. И мы переходим к сорту Solar Power. В более ранних эфирах за февраль мы показывали вам сорт Reflex. И многие, особенно в Омске, очень хотели рефлексы, и они нам писали, есть ли хотя бы пару ящичков рефлекса. Мы вынуждены сообщить то, что рефлекс поменял свое название. Теперь этот сорт будет называться Solar Power. Yeah. Это Solar Power. It's a, the, before the variety name was Reflex. Reflex. Royal Tan, this is a really a dry cell variety, pink white. It's not a forcing variety. Doberman can be used as a forcing variety. It's a little bit special color, a little bit like Armani, but then with the yellow edge, a creamy yellow edge. Хочется представить. And maybe it can be interesting. Хочется вам представить интересный сорт Доберман. Он выглядит так же, как и Армани, только у него больше бутон. Кто выгоняет Армани на 8 марта? Обратите внимание на этот сорт. У него бутон намного больше. И интересный цвет. Yeah, and available a little bit. So for testing it can be used. Если бы вы хотели попробовать этот сорт, он будет в наличии. Alibi. No, that's an older variety. New Balance, that is new variety, is not yet available commercially. Here we have Double Charm, that is an double anaconda. Кто любит анаконду, у нас есть чем вас удивить. Это пеновидная анаконда. Хорошая высота, красивый цвет. И называется это сорт Double Charm. Lily Flowering Dance Series. Lily Flowering Variegata. В прошлом эфире мы вам показывали сорт Purple Dance, который еще был зеленый, был в бутонах, его не было видно. И теперь этот сорт Purple Dance, он открылся. Посмотрите, какой он оригинальный. И красивый. Red Spider, Love Dance. Red Spider, we showed you last time also. Green Dance. And here we even have Yellow Dance. But they are no sports, I think. They are individual varieties. Александр, добрый день, приветствуем вас. Бишкек, здравствуйте, мы рады также вас приветствовать. Mount Tacoma, Gold Rush, Бишкек. Бишкек. That is... This is city. Here we have the Queensland cherry again. With Cairns, Brisbane, Newcastle, Queensland, Bendigo and
Perth. The pink one, the purple one, the bicolor one. Мы медленно переходим к серии сортов Queensland. Это сорта как Brisbane, вы его знаете, Newcastle, Queensland, Cairns, Bendigo, Perth. Скажите, пожалуйста, возможно, кто-то с вас выгонял эти сорта? Мы предоставляли нашим клиентам сорта Queensland и Brisbane. Мы рады сообщить то, что есть и другие сорта мутанта от сорта Queensland, и мы готовы их предоставить вам в будущем. And maybe here we can move also to the Pride series again. We have a fresh delivery. The yellow Pride. Мы представляли вам big flowers. Pride в предыдущих эфирах. Darwin hybrids, but suitable for the cut flower forcing. Это серия Pride. И мы рекомендуем этот сорт для выгонки на 8 марта в грунте 5 градусов охлаждения. Если вы охладите, если у вас будет 5-градусная луковица, если у вас открытый грунт или ящики, это будет бомба вашей теплицы. Это Дарвин, да, но по сравнению с другими Дарвинами, это тюльпан, у которого стройный лист, не слишком широкий, который быстро не открывается, и у него огромный бокал. Также, если вы можете заметить, серия Pride, у них всегда красивая лососевая, розовая, абрикосовая, персиковая расцветка. Yeah, то, что нравится клиентам и то, что просят наши клиенты. Yeah. 8 different colors. И даже Purple Pride, он идет с небольшим отливом. So now we finish here in our inside show and then we go to our show gardening outside. It's flowering in the good... It's flowering beautifully now. We have some rainfall, we have some sunshine, we have a little bit changeable weather, around 15, 16 degrees. So basically, it's the perfect tulip weather. Мы медленно переходим в наш тестовый сад и вижу то, что Евдокимова и Квинсленд только короткие. Если Квинсленд для вас короткий, попробуйте сорт Pink Magic. Он намного выше. И высота у него будет при выгонке 45-50 сантиметров. Это возможно, если правильно соблюдать технологию, выгонять его при 14-15 градусах в грунте. Также этот сорт подходит для гидропоники. So this is good weather for the tulips to recover with their with the leaves, with the plants to become a little bit more strong and more heavy. As we explained before, the growing, it is time that the tulips recover as they suffered quite bad from the winter and from the cold spring, from the ice rain. We have also next question from Instagram. Jan, wat denk jij? De bollen zal duurder zijn? Beetje over de marktsituatie in vraag. So the market situation is it's still very complicated. It's always difficult to estimate the future price. But we feel that the market is very stable and because of the two reasons that the difficult growing conditions in the field and on the other hand with the cold weather continuously the flower price has been very good, so there's a strong demand. So we expect a stable supply, a stable price. Shall we start from the sweet rosy? Отвечаю на вопрос в Инстаграме от Сергея Зеленина. Сергей задает вопросы всегда не о сортах, а только о ценах или прайсах. We start from this надеемся, side, что получим также вопросы у вас о тюльпанах и о сотрудничестве с нами. Надеемся на это, да? Ян сказал то, что луковица сейчас... Сейчас сложная ситуация на рынке, мы об этом рассказывали в предыдущих эфирах, но мы ожидаем и прогнозируем то, что цены все-таки будут стабильными. И начинаем наш показ мы с сорта Sweet Simone. Это поздний сорт, который подходит для выгонки. У него белый низ, розовая бахрома. Это поздний сорт, но он достаточно новый сорт, и он отлично подойдет для выращивания в грунте.
Я вижу комментарий от The Floodil Farm. У вас самая лучшая работа в мире. Спасибо большое. У нас самая красивая работа в мире. И вообще все, кто работает в цветочном бизнесе, с цветами, это непростая, но очень тяжелая работа. Поэтому мы вас понимаем и спасибо за ваш комментарий. Переходим к сорту Time Out. Здесь вы можете увидеть разницу в цвете, да? Отличный выгоночный сорт. Yeah. Также подходит для озеленения. And you see that even the late variety, the single late varieties are also flowering now. So basically all the varieties are in full bloom. We are lucky to have the sunshine. This sort Uncle Tom. Uncle Tom, the very dark red variety, Universum. Update, the white varieties, it's very difficult still. And also this year the virus problem seems to be more serious than other years. And that is especially with the white varieties, very complicated. Verandi. We have een opmerking. Jan, je hebt de mooiste band ter wereld. De mooiste? De mooiste band. This is a very beautiful field. We are very happy to be here. And we hope next year you can visit us and you can come here really live. And not only by video. Мы надеемся, то, что в следующем году и вообще в будущем мы открыты всегда к новым знакомствам, новым контактам. И мы надеемся, что в будущем, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, вы также сможете приехать и посетить наш тестовый сад, возможно, в следующем году, увидеть наши поля. Мы открыты к общению и всегда будем рады вам. Yeah, this week we have visited the Keukenhof. And it was really very beautiful view to see the tulips flowering in good condition, but it's very sad to see there are no people. На этой неделе мы посетили Keukenhof, потому что мы поставляем свои луковицы также в Keukenhof. Всеми известный мировой парк с тюльпанами. И вы знаете, мы вот гуляли по Keukenhofу, целое очень много тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. И это было красиво, но с другой стороны это было больно, потому что мы не увидели никого в парке. Мы в парке были одни. Поэтому надеемся, что ситуация изменится для всех. Мы сможем снова путешествовать, мы сможем снова встречаться, общаться. Here we see White Proud and White Triumphator, very late varieties. And just only a few varieties have been cut. Here you see the club series, what we showed you inside. World Bowl. Here World Fire, that is... Koos, geniet van je koffie. Bedankt voor de mooie bloemen, zou de paus zeggen. Jelena, Yellow Baby, Yellow Flight. Alexander Ivashenko, hello my friends, very beautiful flowers. Спасибо вам. Yellow Crown. Я вижу комментарий от Лили, как в России купить ваши луковицы, кто ваш партнер. Мы сообщали более ранее об этом. Так, this is really like a peony flowering, yellow pompon. Если вас интересует сотрудничество с нашей компанией, пожалуйста, напишите этот вопрос нам на электронную почту, а мы с радостью вам отвечем. Посмотрите, это классные сорта для озеленения, yellow pomponet, огромные, вы видите, у меня рука не маленькая. Огромные бутоны. Double golden appledore. Это, скажем так, пионовидный. It's a Darwin hybrid. It's not really a forcing variety. Это Дарвинов гибрид. Он не подходит этот сорт для выгонки, но он огромный. Very, very special. And here we have yellow Margarita. That is a yellow forcing variety. And also rather early. Here we have yellow master. Also a very nice variety, but like the many yellow ones, also the virus is rather difficult. Here you see a traditional single late variety, Avion. And that just starts blooming. The first one is in blooming now. So they are very good for late
flowering in the park planting. Хотелось бы добавить еще для лилии то, что мы работаем с большими и небольшими объемами. И мы будем рады возможному сотрудничеству. Главное, сделайте первый шаг, напишите mail, и мы обязательно свяжемся с вами. We have a next question from Ukraine. What is the length of the ice cream? Yeah, that is not so long. That's maybe 30 centimeter. Yeah, yeah. Even in forcing, it's also not getting long. 25-30 centimeter. Вопрос от Вики Усовой. Какая высота сорта ice cream? Высота 25-30 сантиметров. Это не выгоночный сорт, это сорт для озеленения. Он берет всем своей уникальностью, но он невысокий, он компактный. И также это касается других сортов, например, как ice cream banana или ice cream strawberry. Here we go to the red varieties. Мы медленно переходим к красным цветам. Red Mark, Red Power встречает нас на этой грядке. Ja, Lily House. Red Proud, Single Late Variety, Red Princess, Red West Frisian, Rejoice is almost getting white. And I think the latest variety in our test field is Renown Unique, a double Renown variety, Sport. And that is just a also just starting opening. А какие сорта выращиваете вы на своих садах, на своих участках? Мы будем рады, если вы сделаете несколько фотографий тюльпанов, ваших тюльпанов на ваших грядках, и уже после эфира пришлете их в комментариях к этому посту. Это всегда для нас очень интересно, как растут тюльпаны у вас, какие сорта вам нравятся, потому что мы делаем эти эфиры и трансляции для вас. Мы хотим знать ваши вкусы, мы хотим знать спрос, какие сорта вас интересуют, поэтому, пожалуйста, оставьте ваши фотографии в комментариях под этим постом. Для нас это действительно очень интересно. Мы хотим понять спрос на тюльпаны, да, которые вам нравятся, и, конечно же, хотим также наслаждаться красотой ваших тюльпанов вместе с вами. Rosalind, very beautiful for outside. Russia, big flowers. Saigon, the purple one. Salmon Dynasty. Sunne, still blooming, very nice. Here we have Sandor, we just showed you inside. So cool. Yeah. The San Siri, San Luis, San Martin, getting a long stem, sort, very Martin. Strong. Белая бахрома Сан Стефано. И даже на улице они высокие. Я хочу показать, сейчас у нас линейки нету. Посмотрите, какие они высокие. We have next question also about ice cream. What kind of reasons are that ice cream can plant on the town and fall from the yard high sparse? Oh, that is probably not from Jan de Wit. One keer high blue wit and another high sparse wit. Yeah, I don't know exactly the virus symptom of Kambi. Мы не знаем, Вика Усова, какая может быть причина того, что ice cream в следующий год после цветения перерождается в махрово-фиолетовый. Мы не видели этих тюльпанов, не знаем, что именно, да, как он перерождается. Нам нужно увидеть это. Но мы вам рекомендуем покупать хорошие луковицы от нашей компании, тогда у вас таких проблем не будет. Возможно, вирус, мы не знаем. Нам нужно увидеть это. Слава. Very special color combination. Snow crystal, white fringed variety, but very short, not for forcing. For dry sale, it's good night for the dacha. Snow lady, snowboard. Spitsbergen, we looked inside already.
We have one question on Instagram that berich that Ike told in Siberia in Tomsk about a certain sunflower, Miranda Whiteheart, known unique. Oh yeah, that's very nice. That's a very nice double variety. Renown Unique is very light, and Sunlover is a little bit. Are they flowering already in Tomsk? Here we have Sunlover. Нам приятно получить ваши комментарии. Они уже цветут у вас сейчас. Мы также сейчас скоро покажем наш Sunlover. Это хорошие сорта, которые вы назвали. У нас есть также нарциссы, но они уже цвели. И здесь наш Sunlover специально для Томска. Огромный бутон. Сорт желтый с такими с оранжевыми полосочками. Классные сорты для открытого грунта, для озеленения. Какая погода в Томске сейчас? Yeah, Sunny Prince, Sunshine Club, other club series. Supermodel. Super Parrot, one of the big, most popular parrot types. Here we have Surrender growing very strong and long, with big flowers, good forcing variety. Over twee weken zullen tulpen in Tomsk bloeien. Oh, in about 2 weeks. Yeah. Okay. Yeah, because we heard yesterday that it was very warm in eastern Russia, but not yet in Tomsk, maybe. Negligé. The white fringed, white pink fringed variety. World Palace. Dit is witte soort. World Palace. I'm not sure, World Palace. Мы не знаем, честно. Или World Palace это белый сорт. Here we have Niigata, that's also blooming for 3 weeks already. У вас теплее, чем в Голландии. В Голландии сейчас действительно голландская погода, 15 градусов. Вчера мы проводили инспекцию на наших полях тюльпанов. Облачно, дождь, солнце, в общем, идеальная погода для тюльпанов здесь. Yeah, the orange cherry, orange princess, orange juice. And next question is for Jan. Orlando, yes. Met welke soorten ben je proud, ben je trots voor? Ja, dat is een... It's a difficult question. Yeah, we are proud. We are proud for all our range of varieties, like we show them here on our exhibition. Yeah. Каким сортом тюльпана вы гордитесь? Вижу вопрос в Инстаграме. Ваши самые удачные сорта. Ян сказал то, что мы гордимся всеми сортами, которые находятся здесь. Every variety dream to be here. Yeah, Paul McCartney. Каждый сорт мечтает о том, чтобы расти на тестовом поле компании Ян де Вит. Yeah, it's one big dream. Here we have Purple Elegance. This is another kind of multi-flowering type. Purple, white, purple with a white edge. And what is your top 5 most success sorten for park? Now. Yeah, here we have Pink Magic. We are very proud of Pink Magic, of course. Both for forcing, our own. Yeah. Это один из самых удачных сортов. Посмотрите, как выглядит грядка, да? Это действительно магия. Сорт, который меняет свою расцветку. Пион, красивый, нежный. Yeah, and the best varieties for park planting are basically the Darwin hybrid varieties, the traditional ones, or like the Pride series, the Impression series, or the Oxford or Paré, the old ones. Удачными сортами для озеленения мы можем сказать то, что используйте дарвиновые гибриды, такие, как только что назвал Ян, да? Here we have Pretty Love, that's very popular for Japan, as a pink
Lily flowering type, pretty princess. У нас еще 9 минут эфира. Время в нашей компании пролетает быстро. Princess Angelique from Japan. Princess Katarina Amalia. Beautiful orange. Purple crystal. The purple fringe variety, that's also a little bit suitable for forcing, for the cut flower production. Purple sky. Purple sky – это новый сорт в нашем ассортименте. Отлично подходит для выгонки, для озеленения. Сорт Purple Valley. Также у него большой бутон. A Queen of Night. It's also a very good variety for the park planting. It's the most black variety. Queen it's very Night old already. Один из самых темных сортов в нашем участке. But it's very nice to give a special effect in your park. Many thanks for Jan from Сергей Зеленин for your live streams. Oh, thank you very much, Sergey. Thanks for watching us. Welcome. Спасибо, Сергей. Спасибо то, что вы с нами. It's our pleasure. Для нас эта работа предоставляет удовольствие. Here we have red label and red light. That we are also proud on these varieties. Здесь у нас сорт red label. Мы также гордимся этим сортом. Red label can be good for Christmas. As many virus problems. So. Этот сорт можно выгонять также для выгонки перед Новым годом, перед католическим Рождеством 25 декабря. И у него бутон намного больше, например, чем у Бен Ван Зантен. Ipponagan. Inimitable. That's a kind of almost lily flowering type. Inferno, Ines. And the next question is also, dear Jan, which varieties do you have in your personal garden? Oh yeah. Whatever is in the bag. Yeah, well, the remaining stock is in my personal garden. Nah, but I like to do the planting also in my personal garden. And I have some sans serie in the garden and some double ones. And I much enjoy the flowering of that. And it's a good way, good practical training. Honeymoon. Hermitage. Henny van der Most, a very good variety. Hemisphere. Сорт Hemisphere, сорт также хамелеон. Вы видите то, что и красные, и практически белые бутоны, и вот такие полуокрашенные. Очень необычное решение. Yeah, it's like a chameleon tulip, from white to red. And pink in between. Heartbreaker, a nice red variety. Happy Upstart. Happy Generation I also like very much personally. It's a very nice sharp white red Fleming variety with the variegated type. It's very nice in the garden for the decoration. Многоцветковый сорт Happy Family. Yeah. Hakun, Haiti. Now you see Haiti is coloring more pink. It started white, but now it's becoming more pink. Green Star. Mrs. Nya, thank you very much. I love it all. Thanks for watching us from Dalat. Please check our Manisa offer and confirm. And I know you're also a tulip lover, growing strong gold and strong love in the pot with the right cooling.
Very professional grower. Globe. Here we have Graceland. You see the nice color combination. And Jan, how about Lilith's greenhouse? Can you make a little announcement that over a few weeks we can show it? Yeah, correct. Now that's for Miss Nhan for Dalat, and I saw other people from Vietnam, Miss Thuy. The first lily is flowering now. That's Curbita, Curtiba, that is a pot Asiatic one. That has just opened the first flower yesterday. We did some part with the heating, the OTs, the buds of the Maldano is starting to color. That's always the first one. We put the pictures on our social media, and we will have the live streams also in future. And the growing condition looks very good. The bud count looks okay. Nice, healthy plants. We have a wide range of varieties, OTs, Orientals. Many new introductions from the breeders. I think about 60 or 70 new varieties. So it's really interesting. How much varieties in total do you have in your Lily Power greenhouse? I think about maybe 120 or 130 varieties. И несколько слов про лилии. У нас же есть также тестовая теплица с луковицами лилии, которые мы отобрали с партии, которые мы отгрузили нашим клиентам. На данный момент в тестовой теплице находится около 130 разных сортов лилий. Первая лилия уже зацвела, это была лилия горшочная. На данный момент начинает маниса окрашивать свои бутоны, и мы покажем тестовую теплицу с лилиями в ближайшие недели. Будет интересно. Yeah, I like we are enjoying the tulips now and explained about difficult market or the complicated market situation with the tulips. Basically, it's the same with the lilies. The lily flower prices are also still sky high, and the offering from the growers is going step by step. And the sales is very quick, so that in May already, it's a very special situation. Многие спрашивают, как выглядит ситуация с лилиями. С лилиями ситуация выглядит на рынке также с тюльпанами. Также высокие цены на срезы, и поэтому мы получаем очень мало предложений от наших производителей. Но мы всегда рады вашим заявкам и заказам. Наш эфир подходит к концу. Yeah, and like we get a request for the tulip for our stock list, we also get a request for the lilies for our stock list. But yeah, the market is so complicated that even our stock lists are very limited, and it is not easy to prepare. So, but yeah, still the bulbs are available, and still we promote the sales. So keep sending your inquiries and requests. Okay, it's almost time again. Thank you very much for watching us. It was a pleasure to guide you around. You can see our test green field is in full bloom still. So we invite you to watch us again next week. And we are lucky in Holland that tomorrow we have a religious holiday, a national holiday. So then our office is closed. But our flowers continue blooming, and we keep a close contact. We keep you informing with our social media. Katja. Спасибо всем, кто присоединился сегодня к нам. Мы будем ждать фотографии ваших тюльпанов в комментариях под этим постом. Завтра в Голландии наш офис работать не будет. Завтра в Голландии выходной день. Фотографиями или сообщениями по электронной почте. Поэтому до встречи на следующей неделе, и мы всегда будем рады вашим комментариям. До свидания. До свидания. Сайонара.